когда у тебя есть свободное время, чем ты любишь заниматься? Читать и рисовать. Что рисуешь? Ну, эскизы. Очень нравится, потому что, когда даже элементарно, несмотря на природу нашу окружающую, сразу появляется вдохновение и мотив что-либо изобразить на холсте. А книги какие читаешь? Ну, того же самого Достоевского. «Преступление и наказание» очень мне нравится, это произведение, оно прям захватывающее. Читаю книжки, хожу на фитнес. Какие книги любите читать? «Мастер и Маргарита», «Пауло Коэльо». Я занимаюсь танцами и люблю рисовать. Также занимаюсь английским, ну и просто гуляю с друзьями. Мое свободное время дома, в интернете там смотрю. Там это как-то популярная игра, это хорошие пираты игра люблю. Приготовить что-нибудь, наверное. Что в последний раз готовили? Ну вот варенье только что варила. Вот дома была когда. Из чего? Кислица, черника и смородина черная. Это вас успокаивает или это нужно делать? Это нужно делать, но это успокаивает. Много гуляю. Что еще? Ну, по хозяйству, как обычно. Дачи нет. Отказалась от нее, все. Здоровья нет. Ну, что еще? С подругами встречаемся, в кафе ходим. Я спортом заниматься. Играю в баскетбол. Вот. Вчера играли с друзьями. Что вам дает эта игра и вот почему именно так проводите время? Это мне нравится. Я получаю удовольствие от этого ментальное. Как бы сразу поднимаюсь настроение. Последний раз я занималась шитьем, то есть шила, краила одежду. Ну, вы знаете, во-первых, я пенсионерка, это раз. Во-вторых, я еще работаю, это два. А в-третьих, у меня три внучки, маленькие совсем. Одна, и поэтому вот иду с работы, завтра еду к внучкам. И так вот у меня проходит, у меня некогда мне отдыхать. Я всегда говорила и говорю, будет здоровье, остальное все приложится. Всем радости в жизни. И больше свободного времени. И больше свободного времени.